Всем привет! Это агентство хороших новостей. И с вами рубрика «Самые непредсказуемые звезды музыки». Один из них – это точно рэпер Эминем. И вот почему. Вы все дураки! Я ухожу! Это, конечно, шутка, ведь в 2021 году Эминем выпустил клип «Higher», потом снялся в сериале «50 Cent», а недавно открыл бюджетную спагеттишную, где сам же и обслужил первых гостей. Поэтому, когда его коллега Фредврек запостил изображение с домом Эминема с обложки одного из альбомов, а подопечная рэпера певица Скайлар Грей написала «Ждите октября», то фэны решили, Эминем готовит новый альбом «Marshall Mathers 3». Но дождались от Эминема пока лишь саундтрек к новой части фильма «Веном». И в этот момент все конспирологические теории разрушились. Кстати, 2 года назад Эминем уже представлял музыку в первой части «Венома» на небоскребе Нью-Йорка. Но фэны не теряют надежды на выход альбома, по крайней мере, судя по логике рэпера в интервью. «Если бы не что-то одно, я бы не смог сделать что-то следующее. Мне это нравится». Но иногда ожидание – это еще и мучение, особенно если речь про транспорт. Так что власти Москвы решили запустить в столице первый в России сервис по вызову маршрутки. Ее можно будет заказать и доехать на ней до метро по обычной цене. Вот до чего дошел прогресс. Тем временем в Таиланде нашли применение сотни ржавеющих такси. И весьма необычное. Бангкокские таксисты развели на крышах машин огороды. Таким образом, они спасаются от голода. Из-за пандемии многие из них остались без заработков. Но боссы не бросили их в беде. И прямо на своей парковке вместе с работниками пропалывают грядки на крышах невостребованных машин. «Когда овощи на них прорастают, наши работники могут прийти сюда, нарвать себе урожай и съесть его на ланч». А благодаря продаже овощей мы можем оплатить налоги на эти машины, чтобы у нас их не изъяли. А еще автомобили накапливают тепло, чтобы отдать его растениям. В общем, не такая уж абсурдная идея. Фермеры поневоле придумали даже разводить лягушек в шинах, чтобы потом их продать на рынке. Вот что значит нет безвыходных ситуаций. «Все мы добровольно вложили деньги в этот проект». Да, нетривиальное мышление – это порой наше все. И на этом выпуск агентства хороших новостей подошел к концу. До встречи на телеканале Бридж ТВ. Всем пока!